Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мушиная охота» и с вами я, Александр Беляев. Сегодня вяжем мушку Red Tag. Для меня нет ничего прекраснее, чем наблюдение за мушкой, медленно плывущей по поверхности воды. Это ощущение в наблюдении усиливается, когда мушка связана своими руками. Я помню каждый виток и перышко, который использовал при ее изготовлении. Я помню те образы и сцены поклевок, которые возникали в моем сознании в процессе вязания. Вязание мушек можно сравнить с медитацией, когда тело занято одним, а сознание чем-то другим и находится где-то далеко-далеко. Эта программа создана для того, чтобы уберечь вас от соблазна заняться бесполезной сменой мушек на водоеме. Она для того, чтобы вы могли подобрать для себя идеальный набор, научились самостоятельно вязать каждую из них, а также сумели правильно презентовать их рыбе. Сегодня по многочисленным просьбам делаем все-таки Red Tag. Как я этому не сопротивлялся, как не говорил, что ну уж Red Tag это все делают, все знают и 100 раз это все показано, оказалось, все-таки надо. Ну надо так надо, будем делать Red Tag. Ну что сказать про эту муху? Представитель огромного семейства, можно сказать, да, даже родоначальник. Сейчас с увеличением количества всяких разных материалов, каких только не встретишь Red Tag'ов, и красными хвостиками, и зелеными, и желтыми, и из вот такого вот синтетического материала флэша делают хвостики. Почему бы и нет? Но мы сегодня свяжем сухую мушку Red Tag. Она немножко отличается от классической легенды тем, что будет иметь еще дополнительное, скажем так, оперение в виде небольшого пальмера по телу из пера рыжего петуха. Это немножко добавляет ей плавучести. С моей точки зрения, добавляет уловистость за счет такого небольшого ореола полупрозрачных перьев петуха. И, можно сказать, приступаем. Собственно, этой мухе нам понадобится какой-то материал для хвостика, красная шерсть. Важно, чтобы она была не просто красная. Сейчас я вам покажу, какая она должна быть. Вот берем ультрафиолетовый фонарик и светим на нее. Она становится яркой при яркой. То есть светится в ультрафиолете, дополнительно привлекает рыбу. Это очень важно, мое мнение. Поэтому используем вот такую вот шерсть. Второй элемент – это волокна пера петуха, совершенно такой банальный элемент, но считается, что любая мушка хороша, если в ней есть перо павлина. Ну и, конечно же, перо петуха, вот у меня уже тут оторванные есть волоконцы такие длинненькие, и
из седла. Одного, наверное, хватит на 5-10 мушек, в зависимости от того, сколько наматывать. Инструмент простой. Бобинодержатель, узловяз и ножницы. Больше ничего не понадобится. А вот еще люрикс золотой, на катушечке, тоже с бобинодержателем, для того, чтобы наш пальмер укрепить. Сейчас смажем нашего жука, или кого она тут имитирует, эту муху, не знаю. Кого-то должна имитировать, потому что кто-то должен на нее клюнуть. Сейчас я... Так вот. Погода уже прохладненькая. Температура воздуха меньше 20 градусов точно. И смазка у нас для мух густеет. Так. Еще немножко надо добавить. Сама совсем была промазанная, как корабль, что плавал. Приступаем. Берем крючочек с удлиненным цевьем. Какой выбрать, это уже дело за вами. Но я думаю, что не больше 8-го, не меньше 16-го номера для обычных условий. Если только не ловите уклейку, там и 18-й можно взять. Это 12-й, слегка с удлиненным цевьем. И, как всегда, начинаем с крепления монтажки. Несколько оборотов, 5-6, лишний отрезаем. Теперь берем нашу шерсть, перегибаем через монтажечку и аккуратненько, вдвое сложенную, сразу наматываем. Мотаем примерно до бородки. Намотали до бородки, лишнее за загибом все отрезали. Такой получился у нас аккуратненький небольшой хвостик. Следующий элемент – это люрикс, которым мы будем укреплять наш пальмер, наше тело. Аккуратненько прижимаем, 2-3 оборота, возвращаемся обратно, лишнее тоже отрезаем. Теперь делаем тело. Несколько бородок пера павлина. Крючочек 12, я думаю, 4 штучки.
самые кончики отрезаем, они нам не нужны. Все. И как в предыдущих случаях с пером павлина, обматываем волокна вокруг монтажки. Делаем несколько оборотов и сразу начинаем наматывать тело, чтобы ничего у нас не оторвалось. Все, продолжаем дальше наматывать. Чем более плотно мы их будем наматывать на монтажку, тем более пухленькое, пушистенькое тельце у нас получится. В принципе, можно мотать не на монтажку. Можно их просто скрутить между собой и наматывать на тело. Но я предпочитаю немножко перестраховаться, сделать попрочнее, потому что мало ли что ждет эту мушку в жизни. Так, что-то я не в ту сторону начал крутить. Может статься так, что и придется ей и форель ловить, которая острыми зубами своими любит все это разорвать. Но если вы делаете исключительно в расчете на нашу белую рыбу, на среднюю полосу, особенно укреплять, наверное, смысла нет. Но я, как всегда, надеюсь на лучшее, поэтому... Все, у нас осталось буквально, ну, наверное, пятая часть длины тела перед колечком, и мы прекращаем наматывать. Вот, получилось у нас тело. Тело для ёршика, который будет по телу. Мне кажется, достаточно будет такого ёршика. Немножко неудобно смотреть. Это вот каждый раз наклоняюсь и присматриваюсь, это из-за того, что просто в лицо светит свет. И мне не очень все хорошо видно, не очень привычно. Тоже 4-5 оборотов ниточки. И аккуратненько по телу делаем, ну, наверное, не больше 4-5 оборотов. Доходим постепенно до самого хвостика. Последний оборот. Выводим перышко наверх. И в другую сторону, напротив. Или, как у нас любят говорить люди, с Дальнего Востока и Сибири противоход. Начинаем мотать люрикс. То же самое, оборотов немного, 3-4-5, как пойдет. Это совершенно не принципиально, какой-то вот функции, кроме укрепления, это не несет, поэтому можно сделать произвольное количество оборотов. Здесь тоже отрезаем и целится как свет. Получилось все очень хорошо. Все, ёршик по телу готов. Теперь берем следующее перышко, из которого будут у нас сделаны так называемые ножки. Примеряем.
все чудесно. Я не нарочно его выбирал, оно само отвалилось. Как на заказ. Так, закрепляем его. Мушка у нас достаточно большая. Монтажка у нас не очень толстая, 6.0, что позволяет делать произвольно большое количество оборотов. Отводя перо назад, делаем еще примерно 4-5 оборотов полных. Вот, я думаю, что вот самый последний оборотик. Выводим ниточку наверх. Монтажечка, раз мимо нее. Перехлёстываем от перышка. Теперь можно отогнуть все это назад, все волокна пера, которые мы, и сделать еще 1-2 оборота. Все. Просто оторвали. Ничего не режем, все очень аккуратно и быстро получается. Узловязом 3-4 оборота, аккуратненько раз, отрезаем монтажечку. Так, что-то не могу попасть. Попал, готово. Теперь супер материал нашего уже 21 века, это суперклей. Сейчас мы его откроем и нанесем капельку именно для того, чтобы окончательно зафиксировать узел, и получилась так называемая головка блестящая. Наносим капельку, вот, совсем маленькую капельку, аккуратно придерживаем, чтобы лишнего там не накапать. Вот, поворачиваем. Тиски удобные, позволяют все поворачивать, смотреть со всех сторон. Вот, я тут уже в колечко накапал, сейчас мы это все удалим. Удалился. Вот, мушка готова. Остается ее как следует намазать флотантом. Лучше даже заранее дома нанести обычный флотант, который используется на рыбалке. Погреть ее феном немножко. Все впитается. Мушка будет шикарно плавать. И доставит вам массу удовольствия на рыбалке. Прошу. Сегодня мы вязали мушку Red Tag. Вы смотрели программу «Мушиная охота». И с вами был я, Александр Беляев. До встречи на водоемах!